Здравствуйте! Сегодня я хочу научить вас делать очень красивую заколочку для волос. Для того, чтобы сделать такую заколочку, нам понадобится фетр, заколочка и фатин. Начнем с того, что из фатина мы сформируем наш цветочек. Мы берем фатин, вот такую полосочку сантиметров 60, и формируем из него цветочек, скручивая спиралью. Мы можем сделать цветочек из фатина, также серединку дополнить вот такой спиралькой, скрученной из другой ткани. Ткань мы можем подбирать под платье. Мы закручиваем цветочек и периодически скрепляем пистолетом. Получается у нас очень нежный воздушный цветочек. Теперь мы с обратной стороны пистолетом, чтобы цветочек не распался, делаем вот такие вот движения. Закрепили цветочек клеем. Теперь мы будем вырезать основу для самой заколочки. Основа должна быть круглой формы. Мы ее будем приклеивать к самому цветочку. Основу из фетра мы вырезаем такого же размера, как цветочек, чтобы по краям здесь, когда приклеивали, оно у нас ничего не распустилось и все хорошо было скреплено. По краям стараемся не сильно клеем заливать, чтобы его не видно было. Цветочек мы приклеили к основе. Сейчас мы можем добавить элементы декора. Это могут быть ягодки, перышки, еще могут быть бусинки и листики. Элементы декора вы можете выбирать любые, которые вам понравятся, которые будут подходить к вашему образу или к цвету вашего платья. К нашей заколочке не хватает серединки. Больше всего подойдет бусинка. Приклеиваем бусинки. Стараемся клея немного наливать, чтобы было красиво. Осталось самое главное – соединить все детали, чтобы наш цветочек крепился на заколочке. Я рекомендую вот такой вот крокодильчик, он очень крепкий и хорошо будут держать волосы. Берем пистолет с разогретым клеем, клей пару секунд подсохнет и изделие готово. Его можно прикрепить к волосам. Заколочки могут быть разных цветов, разных размеров. Вот эта заколочка, я сделала ее для невесты, и в дополнение это жениху бутоньерочка такая. Она делается на вот такой вот булавочке, чтобы ее можно было легко закрепить на одежду. Вот у нас еще есть такой цветочек, я его сделала в другой технике, но с дополнением цветочков, сделанных по спирали. Вот такой вот голубо-серый цвет очень моден в этом сезоне, обратите на это внимание. Я сделала еще одну заколочку в технике спираль, ее можно прикрепить на волосы, вот когда мы делаем мальвинку сзади. Если вы хотите выглядеть индивидуально, красиво, необычно, хочу поделиться с вами секретом, как сделать заколку очень быстро. Мы берем искусственный цветок, который очень похож на настоящий, и прикрепляем к нему заколочку. Технология изготовления такой заколки намного проще. Мы просто приклеиваем фетр и заколочку на него. Я предложила вам несколько вариантов своих заколок. Попробуйте сделать своими руками, и вы будете неотразимы.